Всем привет, с вами Кодзя. И в этом видео я хотел бы вам показать, как сделать красивую аниме-аватарку на нашем мобильном устройстве. Для этого нам понадобится: первое, PS Touch. Второе, любой браузер, неважно какой, хоть Яндекс, хоть Opera. И в-третьих, Pixel Lab. Ну что ж, мы приступаем. Теперь переходим по ссылочке в описании и скачиваем нужный пак с шрифтом и картиночками. После этого заходим в Photoshop Touch, нажимаем на плюсик, и где написано ширина, высота, все меняем на 1000. Сейчас я поменяю. Вот. И нажимаем на ОК. Ну что ж, теперь вы будете следить за тем, как я делаю аватарочку. Слишком сильно ускорять видео я не буду, чтобы вы хоть что-то успели разглядеть. Ну что ж, я врубаю музычку, и мы погнали. После этого заходим в Pixel Lab и создаем наш текст. Нажимаем Edit, вводим здесь ваш ник, но я уже ввел Кодзя. После этого, как нам получить такой шрифт? Мы заходим в AB Font, нажимаем My Fonts, и здесь нажимаем на такой лисочек, где буковка Т с плюсиком. Нажимаем, ну, выбирайте папку, где мой пак находится. У меня вот, например, и вот, 1920. Select, вот. Ну, и вы выбираете этот шрифт, вот. После этого мы выбираем Embossed, ну или как он правильно читается, и строк. И создаем, ну, я беру лично градиент или градиент, в общем, неважно. Ну, вы свой создадите, как вам нравится. После этого мы выбираем ABC, в общем, изогнутая линия. Ну, я поставлю на 35 градусов, можно больше, это уже тоже на ваше усмотрение. Я вот на 35 поставлю. После этого мы нажимаем снизу на два таких листочка,
квадратика, неважно. Жмем transparent. Ну и все. И после этого сохраняем и снова переходим в PS Touch. Теперь на нашу аватарочку мы должны добавить тот текст, который мы сделали в Pixel Lab. Вот Кодя. Ставим его куда-то, ну, приблизительно вот сюда. Но это уже на ваше усмотрение, как вам понравится. После этого я хочу сделать рябь. Заходим на стилизацию. Ну, вы повторяете за мной. Рябь. Я, ну, оставлю вот так вот, мне нравится. После этого я создам пустой слой. Выберу снова предыдущий слой, нажму выделить пиксель, нажму на пустой слой. И, так, извиняюсь, не туда, вот, заливка обводка. И ширину обводки ставим на единицу. Идеально. Теперь отменяем выделение. И выбираем, сейчас вот, базовое и свечение. Ну, вот такой свет я и оставлю. После этого мы заходим снова в эти настройки стилизации, я выберу ряби. Ну, вот так и оставлю, да, мне... Ну, да, так и оставил, ладно. После этого сейчас я возьму... Так, сейчас вот тень хочу сделать. Вот базовые. Извиняюсь, не туда. Тень я хотела, вот тень. Ну, и вот так оставлю. После этого, если аватарочка закончена, мы нажимаем «Сохранить». Идет сохранение у нас. После этого мы нажимаем вверху квадратик со стрелочкой. Сохранили галерея. Нажимаем на нашу аватарочку. Нажимаем ОК. И все, наша аватарочка сохранена у нас в галерее. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до следующих видео. Всем пока!